Добро пожаловать на мой канал «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня хочу предложить вам три котлеты или оладьи. Можно назвать их как захотите. Получается, они всегда вкусные, а самое главное, что есть их можно как в горячем, так и в холодном виде. Можно с гарниром, а можно с булочкой и чаем, кому как нравится. Первое, что я сделаю, замочу булочку в молоке, можно в воде. Предварительно срезаю с нее корочку. Пока уберу. Беру куриную печень, я ее помыла, пропускаю через мясорубку. Добавляю к ней лук и чеснок. Если любите побольше чеснока или лука, берите больше. Пропускаю их через мясорубку. Беру размоченное в молоке булочку и тоже пропускаю через мясорубку. Фарш приготовила. Добавляю сюда яйцо, солю, перчу. У меня смесь перцев. Можно при желании добавить любую приправу, какую любите. Все хорошо перемешиваю. Добавляю сюда муку. Фарш должен быть не жидким и не густым. Все готово. Наливаю на сковороду масло. Не нужно его сильно нагревать. И начинаю ложкой выкладывать фарш. Нагрев убавляю. У меня он стоит на пятерке. Накрываю крышкой и обжариваю до золотистой корочки. Переворачиваю и опять накрываю крышкой. Под ней котлеты быстрее доходят до готовности. Готовые котлеты выкладываю на тарелку. Все можно есть. Подать их можно с любым гарниром или салатом. Как видите, все просто и вкусно.